Луганська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, обласна організація. Обласна організація Радикальної партії Олега Ляшка хоче зробити заяву стосовно того, що ми засуджуємо події, які відбулися в Сєвєродонецькій міській раді 30 та 31 січня. В результаті незаконних рішень Ради та територіальної виборчої комісії законно обрані депутати від Радикальної партії Олега Ляшка Григорій Пригеба та Олексій Ярош були позбавлені депутатських мандатів та звільнені з посад заступників міського голови. На жаль, депутатський корпус Сєвєродонецької міської ради багато місяців не об'єднувався навколо вирішення нагальних питань життєдіяльності міста. Але виявилося, що об'єднання цілком можливе, але виключно заради переформатування груп впливу, і задля цієї мети порушення вимог закону приймається рішення, результатом яких стає просте позбавлення від незручних депутатів та управлінців. Всупереч законодавчій забороні членства депутатів ради у складі її виконавчого комітету та заяв депутатів ради, що обіймають посади заступника міського голови, про відмову входити до складу виконкому, депутати Сєвєродонецької міської ради приймають таке рішення. Менше ніж за годину після закінчення сесії було проведено засідання територіальної виборчої комісії, на якій депутатів від Радикальної партії було незаконно визнано такими, що відмовились від депутатських повноважень. На сесії міської ради наступного дня Олексія Яроша та Григорія Пригебу звільнили з посади заступників міського голови. Сценарій цього незаконного перевороту був спланований, зрежисований та зіграний представниками політичних партій «Наш край», «Самопоміч», «ВО «Батьківщина» та «Опозиційний блок», які в результаті отримали контроль над виконавчою владою і позбавились незручних депутатів і керівників, що мають власну думку та щире бажання працювати на благо громади Сєвєродонецька. Незаконне включення депутатів від РПЛ до виконкому, нічні засідання ТВК з позбавленням їх депутатських повноважень, не дивлячись на публічну відмову порушувати закон та входити до складу виконавчого комітету, це в кращих традиціях рейдерських захоплень та псевдореферендумів. Луганська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка вимагає від Центральної виборчої комісії, обласної державної адміністрації та правоохоронних органів звернути увагу на політичне свавілля в Сєвєродонецькій міській раді та територіальній виборчій комісії та вжити заходів щодо повернення ситуації в законне русло. Зі свого боку, обласна організація партії, виконавчий комітет партії в Києві надають методичну та консультативну допомогу в оскарженні рішень Ради і територіальної виборчої комісії депутатами, які, власне, постраждали від цього свавілля. Дякую. Я передаю слово безпосереднім учасникам цих подій. Григорий Валентинович. Владимир, хотели что-то спросить? Да, да. У нас онлайн-трансляция ведется для наших друзей, наших любителей в соцсетях побыть, в Фейсбуке. У нас можно позадавать вопросы тоже в социальных сетях. Ну, поэтому ситуация такая, вы знаете, она неординарная немножечко. И многих волнует, многие нас спрашивали. Задают постоянно вопросы, говорят, давайте выждем все-таки время, посмотрим, кого назначат, как с нами обойдутся. Ну, обошлись, мы уже все увидели в городе Сєвєродонецьке по беспределу, в лучших традициях. В лучших традициях, вы знаете, в соседние можно города и районы заехать, начиная с Луганска, Свердловска, Антрацита, Ровенька, там это все проходило, поэтому... Я единственное хочу сказать, вот, Сергею Шахову, как народному депутату, он себя проявил. Проявил, сидя два дня, молча, наблюдая за этим всем. Для меня это очень непонятно, конечно. Я понял, что человек это, с которым ну, нельзя иметь никаких дел. Потому что... Почему я это говорю? Потому что буквально накануне, не только даже накануне, а даже перед Новым годом была встреча в формате с лидером радикальной партии, лидером народной перемоги, майбутнім кандидатом и президентом Олегом Валерьевичем Ляшко, де тиснули руки, и даже Олег Валерьевич вдячний був за те, що і Олексій Ярош, і Григорій Пригеба, діючі депутати, що є довіра. І у Шахова вопросов не було, он говорит, наоборот, справляються, спасибо, будем строить.
свою позицию именно на конструктиве. Это было до Нового года. В январе я тоже ездил, доложил о ситуации, что о необходимости проведения выборов досрочных, потому что, да, действительно, нет у нас большинства. Кстати, Сергей Шахов меня лично просил, чтобы было втручание Олега Валерьевича Ляшко, и со спикером переговорить, и с фракциями. Я это все сделал. Когда я доложил, у Шахова почему-то за неделю поменялось. Мне сегодня уже практически все известно, потому что в городе, что Алексей Ярош, что я, мы известны. Известны не только как политики местные от радикальной партии, но и как заместители, которые очень активны в своей работе. И нам поведали правоохранительные органы, и люди, приближенные, кстати, и к тому же Шахову, и к Гудкову, те, которые приближены. Все прекрасно понимают, у Гудкова сегодня проблемы. Буквально 2-3 недели ему, ну так вот, по-мужски дал морду Дунаев. И правильно это сделал. Просто правильно сделал. Он ходил с бланшем неделю целую, там, говорят, ночью приполз после пьянки, там весь соплях. Но это уже второй вопрос. И понятно, что в этом ОПО-блоке его уже нет. Хотя и не было изначально. Мы ОПО-блок, разве кто-то знает? Где офис ОПО-блока? Расскажите. Никто не знает, что Бутков, даже он не руководит ОПО-блоком. Он в юстиции возглавляет партию регионов. Там на мусоросборке у него кто-то фасует мусором зарегистрирован. Я не знаю, как фамилию даже. Знаю, что там работает. Поэтому Бутков обманным путем купил бренд партии регионов, которая здесь имела рейтинг до 60-70%. Под ОПО-блоком вел туда с ОПГ там всевозможных его, я так называю его, фирмы обнальные. Работников, с его пантеона вел, гробовщиков там и кто венки продает. Поэтому там депутаты были его полностью те, или в бизнесе, которые были такие, как Кузьминов, еще кто-то, ну, в совместном бизнесе. Поэтому вот это депутаты ТОПО-блока, которые по щелчку сразу выполняли то, что говорил Бутков, голосования были, вы видели какие. Поэтому, когда он уже не увидел защиты от народного депутата, а, вы знаете, очень много было возбуждено дел по ОПГ ТАОЛ, я так называю это предприятие, которое осваивало в 2016 году миллионы денег, заставляя Бутков заместителей. Почему уволен был Ярош на третий месяц из арестки? Потому что они не стали выполнять и сказали, мы это делать не будем. Поэтому он начал их увольнять. А Кузьминов и Гавриленко вместе с первым замом тогда Коростылевым заставляли распорядителей коштев, наше управление освиты и ЖКХ, ОКС, заключать договора с фирмой, которую купил Бутков в Запорожье, которая называлась того, поэтому я ее называю ОПГ. Его крышевал прокурор, один и другой городской и областной. У областного, кстати, прокурора задавали вопрос, а что там приеба, говорит, что вы жили у сестры родной Буткова на квартире. А я не знал, где сняли, где сняли. Ну, дурака включают. Поэтому, Владимир Михайлович, не надо включать, тут мы все знаем. На машине военный прокурор Бутковской ездил за это, ему дали почетного гражданина. Вот кто назовет фамилию почетного гражданина города Северодонецка 2016 года? Вот вы же все здесь, вы даже не помните этой фамилии. Сопляк, 28-летний какой-то военный прокурор, который уже поехал с повышением в Киев. Вот вам сегодня коррупция. Мы сегодня с вами стояли за достойную власть. Она пришла. В лице ОПГ, в лице Шахова, который в овечьей шкуре сегодня начал спасать Буткова, который к нему приполз. Брат, мне нужно спасение. Поговори там с прокурором, чтобы не давали вход. Он, который с трибуны Верховной Рады говорил, что Янко и Григоров негодяи, и Луценко обратить должен на них внимание, он уже это не будет говорить. Будут другие депутаты говорить от радикальной партии, чтобы они взяли или ушли добровольно своих посад с прокурорских, с жирных мест этих теплых, или же занимались делами ОПГ, те, которые руководит и понаставил здесь в Луганской области Бутков. Поэтому он пришел до Шахова и говорит, депутаты мои будут голосовать. Но условия первое, надо убрать радикальные партии и Яроша, и Приеба. Ну, зарезки это от нашего края, выбор сделал сам Шахов, наверное, он ему был неудобен, не знаю по какой причине. Ну, сказки рассказывал, что тут кто-то воровал.
Хотя же месяц назад не было никаких претензий. Он плюнул в лицо сегодня лидеру радикальной партии. Лидеру парламентской партии. Лидеру партии народной перемоги. Он не приебал Яроша уволил. Мы спокойны. Мы с людьми, мы с народом. Я помощник народного депутата. Алексей Иванович тоже найдет себе работу, но поверьте мне, если это надо будет, мы восстановимся в суде. Мы придем опять депутатами вместе с вами, поэтому негодяи уйдут. Вот они уйдут, как бы они там не упирались. И это я вам скажу, сценарий города Луганска, референдумов, вот просто так по беспределу взять. Люди встают и говорят, я не буду складывать свои полномочия. Да-да, гривами покивали все. ТВК не собиралась по полгода, не было. Все уже у Шахова в кабинете, я к нему зашел после сессии, сказал, что хотел спросить, а что за беспредел? Смотрю, там уже собраны все с ТВК, его представили, девочки его, которые там по квотам позаходили. Я все понял, что это двор. Собрали ТВК, ночью приняли незаконное решение, не рассмотрев наши заявы. И исполком, который они нас включили, на следующий день благополучно распустили, но в следующем нас просто не увидели. Поэтому Бутко, когда поставил условия, что были уволены мы, как заместители, как депутаты, он готов ему был все дать. Говорит, все, я сажусь на обнал, ухожу там с политики куда-то, понятно, что он никто. Ему надо пристраиваться сейчас кому-то. И он будет искать, где ему или в БПП всплыть, или сейчас там единый центр, или в том же нашем крае. Ну, хотя я в этом и не верю. Поэтому условия... И сегодня заходят четыре заместителя. Это Слесарев, адвокат, без... Ну, возможно, я не знаю, молодой там, рвущийся, нарванный юрист, ну, без опыта работы. Жизненного даже опыта, я думаю. Заходит, я знаю, начальник госпиталя. Кстати, заместитель была начальника управления, Малыш такой был, всем известный, луганский, который дерьманил бюджет здравоохранения, по которому очень много, и в ЛНР успел поработать, я не знаю. Ну, женщина, говорят, как бы, с разумом определенным, ну, так понимает, что надо и расти дальше. Другой приехал вообще с Одессы, ну, надо там посмотреть, может, раз, от кого даже не знаю. Ну, единственный позитив, я могу сказать, это Прядка. Ну, сейчас скажем, что он позитив, еще уволят, да? Поэтому и с полком они там поделили, но от Гудкова тоже зашли, по-моему, 30 или 40%, большинство все равно у Шахова. Ну, кто туда зашел от Гудкова? Один тот, кто фасует селитру, это члены исполкома, это лучшие люди нашего города, достойные люди. Он ворованный селитрой все время, профасовал у него на предприятии, вот он, не буду фамилию да называть. Другой на кладбище. Плитку там, чем-то, ну, плиты эти, как гробовщик. Другая тоже работает в его фирме Пантеоне. Кто там еще, я даже не знаю. Ну, такие люди все сами. А, от самопомощи зашел, слава богу. Ну, там был тоже конфликт интересов, не голосовала Нежельская. Тоже пятница, зашел ее муж. Очень серьезный общественник. На всякий случай зайдите. Самый последний был в списке самопомощи, кто набрал сколько голосов на выборах. А, два человека за него проголосовало. Вот у нас такие, знаете, суперлюди. А еще от Будкова зашел директор Лисичанского завода, ихнего, тот, который железнобетонный. С Лисичанска к нам люди заходят. То есть у нас нету сегодня в исполкоме директора импульса, они его не знают, пластика, Нихимаш, Орхима. Нету тут у нас, оказывается, людей. Есть люди Шахова, есть люди Будкова. Вот так распределили. Поэтому я хочу сказать, что это сценарий, который сегодня показал Шахов, а ему это очень надо было для секретариата президента, для своих покровителей от нашего края сказать, видите, как в отдельно взятом городе, там, 100-тысячники, я могу прийти к власти незаконным путем. Я, как народный депутат, нарушая все законы не только Конституции, органы местного самоуправления, я могу нарушить и прийти, мне ничего не будет. Вот это уровень сегодня нашего исполкома, нашего горисполкома. Поэтому, как бы, эмоционально, вот я рассказал, мое видение и то, что я знаю. Поэтому любые претензии, может, чью я фамилию назвал, кого обвинил, подать на меня в суд, жаловаться на меня, я готов это спокойно воспринять.
Но это так, чтобы знали все, что произошло. Так, какие вопросы? Давайте, Владимир Каменин. Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, были ли до последней сессии претензии к вашей работе, работе подотчетных отделов вам со стороны народного депутата или со стороны депутатского корпуса? Наверное, вопрос надо ставить шире. Я бы отметил, что вся история повторяется. Вспомним февраль прошлого года, когда перед началом формирования бюджета развития, почему-то странно и почему-то неизвестно, мы только уехали в отпуск, нам сразу такой есть мошенник Бутков, нас сразу почему-то уволил. Без объяснения никаких причин. Причин не было, просто уволили. Прекрасно понимая, что надо просто выждать время. Для чего это делать? На сегодняшний день я не могу давать оценку тем залам, за которых проголосовали депутаты, потому что они покажут работу свою, если покажут. Поэтому давать оценку, ну, не могу я, вот. Но тут основная задача заключить срочно договора. То есть, условно говоря, принять бюджет роста и быстро-быстро заключить, как это сделал Бутков в январе месяце, феврале прошлого года, быстро заключить договора для того, чтобы потом нельзя было вернуть это все дело назад. Вот для чего это делается. Потому что юрист, даже, ну, Бутков у нас кандидат юридических наук, вот, поэтому даже беглого взгляда на то, что произошло, понятно, что если будет у нас желание, мы восстановимся в первое заседание. Потому что были сделаны заявления, и по закону депутат не может входить в исполком. Это прямая норма закона. И мы сделали заявление, что мы не складываем свои полномочия. Тут есть вопрос в другом. До какой степени... Или понабирали в ТВК людей, которые вообще не понимают, что они подписывают. Потому что вышел... председатель ТВК Игорь Валентинович ему сказал, что я не отказывался от депутатского мандата. И он, не обращая на это внимания, просто решил, что вы лишены мандата. То есть человек не понимает, что у него есть уголовная ответственность за это. То есть он юридически за это отвечает. То есть за Игоря Валентиновича, так на секундочку, проголосовало порядка 1000 избирателей в городе Северодонецке. И вот он плюнул сегодня в лицо этим 960 человек, который сказал, что он больше не депутат. Он, мне кажется, это уже здесь только умалишен. Поэтому как сплелись на сегодняшний день Самопомич, к моему великому и глубокому сожалению, Батьковщина или те представители, которые находятся в ТВК, мне очень грустно, что, например, голосовал, там был, по-моему, один представитель от нашего края. Может, он не понял, что он делал. Ну, то есть, мы не разъяснили им, выдернули их там 8 часов вечера, или сколько они там проводили. И люди просто не сообразили, что они делали. Только на это стоит надеяться. Потому что все мое общение с народным депутатом Сергеевичем Шаховым славилось только в конструктиве и в позитиве. Как, может, его вели в оману, я ничего не понимаю, что произошло. Но то беззаконие, которое произошло, и я так понимаю, потому что адвокатскую деятельность, которую Игорь Слесарев вел, кроме как положительной, назвать очень сложно. Он это все понимал. Как это произошло, я не знаю. А как убедил этот мошенник Бутков, который представляется и имел совесть представляться от оппозиционного блока, за который тоже, в принципе, достаточно много людей голосует за эту политическую силу, которая имеет сторонников своих, которые иногда, там, я не буду судить о их политических взглядах, но представляет большое количество людей. И этот мошенник, представляясь топа блока, конечно, ну, полностью подорвал доверие к этой политической силе. Потому что мы не видим тут ни одного знака топа блока, ни одного флажка, ни одной наклейки. И он все под личиной говорит, что я топа блока, вот, все это дело проворачивал. И сегодня мы опять стоим на пороге дерибана бюджета развития. Все прекрасно понимают, что обратись мы сейчас в суд, естественно, мы восстановимся. Но восстанавливаться куда? В такую компанию, я не понимаю. То есть есть много вопросов. По депутатам, естественно, мы восстановимся и подадим. Обратите внимание, что, к примеру, когда вышел председатель ТВК и сказал, что мы не есть депутаты, на его взгляд. Ні, що ми написали, то які не склали, да, які відмовились, которые, да, чітко, которые да, тоже сказали, що ми, да, ми перевели, то кого не завели там за нас світ, вони ж не голосували.
Они не голосовали только потому, что все прекрасно понимают, что мы сейчас выиграем суд по депутатству. И сессия, на которой, если бы голосовали депутаты, которые незаконно зашли, она тут же будет отменена. И все решения, которые были приняты, там, секретарь, зам и так далее, они тут же будут отменены. Потому что сессия будет признана незаконной. Поэтому, понимая это, этих новых так называемых депутатов, их даже не завелись. Им сказали, не голосуйте. Это же очевидно. Вот, поэтому это печально, что происходит такое беззаконие, не просто беззаконие, вопиющее. Поэтому, естественно, по депутатам мы будем восстанавливаться, и это не обсуждается. Я прошел все суды, вплоть до Верховного суда, когда я доказывал свою правоту. В феврале прошлого года меня уволили из замов, а немножко ранее уволили с депутата, лишили депутатского мандата. Я дошел до Верховного суда и доказал, что я могу быть и заместителем местного главы, и депутатом, но при этом не могу ходить в исполком. Четко в решениях суда прописано. И поэтому, когда, опять же, самопомощь, тут нарушение закона как от начала до конца, потому что вносить в исполком выключено право головы. А почему-то сейчас вносила самопомощь, меняла исполком. И понятно, нашего мэра он не мог не поставить, если депутат просит поставить вопрос на голосование, он не может не ставить. Он поставил вопрос на голосование. Уже сам и все изначально понимают, что это будет отменено. Не может депутат менять замов или вносить в исполком. Это выключено право головы. И понимая это, госпожа Нежельская делает этот проект решения. Естественно, тут же они сплелись, я бы даже не говорил с опоблоком, я бы говорил с Будков. Потому что я слабо понимаю, как Будков может сейчас представлять опоблок, который не сделал ничего для опоблока ровным счетом. И это, ну, тот червяк, который опоблок должен давно выдавить уже на, вообще отовсюду. Ну какой он опоблок Будков? Будков — это мошенник, который любыми мошенническими действиями пытается ради наживы сделать все, что угодно. Это печально. Печально, что депутаты сегодня голосовали, не понимая, ну что такое голосовать, не понимая за кого. Не обсуждались кандидатуры членов исполкома. Когда мы проголосовали первый раз, выносил туда обманным путем Григорий Валентинович, его убедил Будков. Мы пришли к тому, что надо обсуждать, кто эти люди, чтобы они представили свое видение, концепцию города, как они видят развитие. Та же самая ситуация, хотелось бы сказать, и по замам. Ну, оценку замам мы дадим по их работе, я так понимаю, если... Я даже не понимаю, как это будет. Ну, пока не да, мы не должны давать оценку, может, и действительно. Я даже сказал, слава Богу, что наконец-то объединились. Мы, кстати, и советовали вдвоем от радикальной партии, приходили к Шахову и к Будкову, вдвоем с Алексеем. И говорим, объединяйтесь, еще это было в 15-м году. А мы там где-то, да, будем в конструктиве помогать. Тогда, говорил, но они каждый личность. Один хочет есть, и другой хочет есть, но только сами по себе. Поэтому Шахов нам одно говорил, вот нас 20, давайте не уходите. Будков начал перекупать. От Шахова 5 человек выкупил, перекупил. Ну подождите, мы, еще раз говорю, на местном уровне, мы оппозиционная партия, как парламентская, но на местном уровне мы конструктивно должны работать именно с исполнительными органами власти. Мы своим избирателям это обещали. Мы сказали, мы должны это реализовывать только через органы исполнительной власти. Пожалуйста, есть обвинения какие-то в воровстве? Проверяйте. Проверяйте. Ну вот, например, если взять по спорту, Алексей Иванович может сказать, не просто там в 2-3, в разы на сегодняшний день и бюджет розыску, и загальный бюджет, все абсолютно увеличено. Это и стипендии, это и зарплаты, это питание, это... И вы видите, по спорту можно делать даже... Да.